Думаю, что сегодняшнее назначение, по крайней мере, от председателя я требую этого, способствовали укреплению нашей специальной службы, Комитета государственной безопасности. Все, что происходит вокруг нас, вы знаете. Знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям, полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку, кроме информационной войны, навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого. Мы видим, что они готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, как они их называют, для того, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси. Об этом много было сказано. Ну, я уже не говорю о тех санкциях. Это экономическая, фактически, диверсия и война против Беларуси, нарушая все международные договоры и все международные соглашения. Ну, допустим, они имеют перед нами обязательства, как к стране, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать, это международное соглашение. Тем не менее, знаете, что происходит. Поэтому нам, точнее вам, нашему государству, вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.